Как тебя зовут? Кайра Свит. Я мистер Миллер. Я полагаю, что вы уже получили подобное. Я прочитала весь список. Но в этом списке 12 книг. Отрываюсь по полной. Что такое взрослый? Мне 18. Томлюсь в диких землях Теннесси. Тебе разве не страшно ходить по этим лесам? Я там самая страшная тварь. Я хочу, чтобы ты написала короткий рассказ в стиле своего любимого автора. Вы предлагаете мне особые отношения, мистер Миллер? Джон готовит ее к своей трансцендентности. Она красивая. О, она талантлива. Черт, еще хуже. О чем пишешь? У меня нет вдохновения. Нет никаких достижений. Заставь его полюбить тебя. Она открыла рот, чтобы что-то сказать. Но слов не было. Зачем ты это написала? Это неуместно. Пиши то, что знаешь, так вы сказали. Если ты не перепишешь это, мне придется тебя завалить. Я рискну. Будто он жил в Сарайгаме, и ты — первое, что он когда-либо увидел в цвете. Ты взрослый. Прояви ответственность. Ты мой ученик, а я твой учитель. Вот и все. Если она сможет убедить, что между нами что-то было, я могу потерять работу. Это не все, что ты можешь потерять. Ты разрушишь его жизнь. Своими словами. Как все началось? Озвучено командой Indigo Films.